Здравствуйте, мои родные. Кто нам не рад, тоже здравствуйте. В этом видео я хочу рассказать про свиноводство, значит, экономика. Экономика вот у меня лично простая. Для начала сравнение вот с другими. Вот, смотрю, вот как свиноводство. Интересно же, вот, как другие свиньи выращивают. А опыт их. Всем это интересно. И тут вот на одном сайте вот, подписался на него. Вроде свиней выращивают, уже говорят 5 лет. Ну, странно, вот он экономика, начал там тему, у него экономика. И начал говорить, вот я 5 лет выращиваю, ставлю только, как что он там, блин, железо поросяткам. А потом пошел гнать пургу. Вот вчера я с мужиками поговорил, они мне посоветовали витамины ставить. Вот я в интернете мужиков посмотрел, они посоветовали вот этот корм давать такой специальный, вот это еще что-то. Смотрим видео ваши, рады мои. Делитесь опытом. Делали вот это? Что получилось? Нравится вам? Не нравится? А пробовали вы без них? Что-то, может, делали? Никакого КПД ноль. И так далее, и тому подобное. Я же делюсь своим опытом. Смысл мой свиноводства. Повторяю, это у меня второй дом. В первом доме я делал, как все. Чистил там, блин, варил, запаривал. Там, ну, кипиш там. Вот это. Здесь же экономика простая. Ничего не делаю. Да вообще. Я захожу к свиньям за день примерно минут 30. Ну, если так в охотку не зашел, то посмотрел что-то такое. В среднем 30 минут. Это 2-3 раза в день я зайду, корм насыплю. Воды налью, все. Не чищу, не убираю там, блин, самотек. На улице живут. Ну, где вот поросяточки, там лампочку повешу, допустим. В этом году, может быть, еще этот инфокрасник, уж лампочку разбили, сволочи. Надо повыше делать, но высоко тоже, ну ладно. Что же еще вот поросятки вот. До этого я в том доме просто на откорм свиней брал. Беру на откорм и потом колю. Здесь же, значит, у меня проситься. Опыт какой. Тот же самый смысл. Максимум даю рыбий жир. Ни железа не колю. Там, как говорят, что плохо растет, там что-то не хватает витаминов, там железа не хватает, при отъеме надо ставить, там при этом витамин. Ничего не ставлю. Вообще, вот как вот, давай так, это химия, это все как бы рекламный ход, это может быть все что угодно. Давай так, свиньи, это живые существа, на морозе живут прекрасно, может быть не так жиреют, не так растут, это просто, ну как, элементарные вещи, но это свое. Это как вот, знаете, как вот оленей продают. Вот за рубежом покупают оленей. Олени в Финляндии их дофига. Жрут на комбикорме, антибиотиков колят. Так цена мяса вот такая. А наши олени северные, у чукчи, которые жрут только ягель, не ставят ни витамины, ничего не ставят. Антибиотиков они не слышали. Так те олени, мясо может поменьше. Можно такое мраморное. Зато это настоящее мясо. Так же у меня. Сало, мясо, все натуральное, как должно быть. Без всякой химии, без всяких антибиотиков, никаких витаминов, ничего. Рыбий жир. На колени упала свинья, ходит там, или задние ноги, рыбий жир. Через неделю встала. Вот и все. Я говорю, посмотрите мое видео про свиней. Там, как называется-то, плейс-листы, вот там, ох, это жизнь, там много чего там про свиней, ну, не так много, но. Поэтому вот и вся экономика, ничего не делаю, вот так зашел, насыпал, если там теща мне кастрюльку сварила, там, очисток, ну, сверху посыпал, остальное все сухое насыпал, просто сухого, чтобы вода была, все, жрут, и все, я пошел спать. Прихожу, опять воды налил, блин, все, пошел. Вот и вся экономика. Затратов, главное,
не отвлекаться до этого, чтобы потом всякие чистить, вот, колотить, что там, блин, отдушины, все это убираться, вот это все, все воняет, блин, за все. Ничего дела нет, все нормально. Ну все, родные. Лайки, дизлайки, комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Дальше еще что-нибудь такое веселое расскажу. До свидания, родные.